Здание, в котором тренируется известный спортсмен Сергей Шубенков, обещают отремонтировать за 15 миллионов рублей. Об этом сегодня заявила временно исполняющая обязанности руководителя управления спорта и молодежной политики края Елена Лебедева. Тема с закрытием тренировочной базы стала сегодня центральной во время пресс-конференции с участием самого Сергея Шубенкова и его тренера Сергея Клевцова. Правда, собирались скорее по другому поводу. Спортсмены поделились эмоциями от выступления на чемпионате Европы, где им удалось завоевать серебряную медаль турнира. После знаменитый тандем рассказал, что зимой им просто будет негде тренироваться. Сооружение, построенное в 90-х на территории училища Олимпийского резерва, сейчас закрыто. Якобы, по мнению руководителя училища, здание признано аварийным. Протекает кровля, разрушается одна из стен. В итоге под угрозой срыва подготовка Шубенкова к Олимпийским играм в Токио. Сейчас тир тут уйдет, не дай бог. Нам негде зимой тренироваться, реально негде. Теперь что сказать? Я не знаю. Я, собственно говоря, озвучил свою позицию, что мы хотим донести ее до руководства края. Мне помогли, мы были у замгубернатора, но все равно хочу с губернатором увидеться и вот это все обговорить, чтобы понимание как бы было.